Здравствуйте, меня зовут Антон Талп, и прямо сейчас в эфире телекомпания «Ахтуба» хорошие новости из Михайловского района. Моя хорошая новость за последние дни. Моя внучка пошла в первый класс. У моих родителей было 55 лет совместной жизни. Вот я ездила в гости к своим родителям, поздравляла. Рождение сына у меня – самое главное событие в жизни. Все заботы. Все заботы, да, печали, вот, связанные с ним. Телевизор есть, кровать, ляжу и лежу, и поглядываю телевизор. И больше мне ничего не надо. В течение 3 дней я получала 5-ки и радовала родителей. И это моя самая хорошая новость. Предстоит скоро у дочери день рождения. Готовимся встретить 5-летний юбилей. Ездили к своей тете в гости. Мы ходили на карусели, качели к своим родным и близким. В ДК тепло, в ДК светло. Зарплату получаем. Люди работают. На сегодня это все, о чем мы успеваем вам рассказать. Встретимся в эфире телекомпании «Ахтуба» только с хорошими новостями.